Получилась хорошая игра, нам пришлось много обороняться, в принципе, были к этому готовы. Знали, что «Шахтер» играет больше длинными передачами на своих высоких футболистов. И, в принципе, мы к этому и готовились, к такой игре. Поэтому для нас никаких сюрпризов не было. И по моментам в целом, я считаю, что получилась равная игра. Мы в конце, в принципе, имели очень хорошие моменты. Дима Айдов мог забивать. Поэтому, ну, могли выиграть, могли проиграть. Как все поняли сегодня? Очки набрали, как бы. То, что планировалось, то, что на установке говорилось, то выполнили. Я думаю, это самое главное. Плюс приятно. Люди приехали, болельщики. Болели активно, их слышали, поддерживали команду. То есть, в принципе, все отлично. Что играть, честно говоря. Я все время в тонусе нахожусь, все время играю, где-то момент там отбил. Ну, по большому счету, моя работа. Я к этому готовился неделю. То есть у нас все моменты моделируются на тренировках. Все, что, ну, как бы не думаю, что так что-то сверхъестественное сделал. То есть сделал свою работу качественно, как мог. Команде где-то помог, где-то они мне помогли. То есть, ну, это результат общий. Вся команда работала. Поле отличного качества, вообще не вызывает никаких вопросов. Ровная трава тоже хорошая. Хорошее поле. Конечно, тяжело было, потому что команда очень сильная, антропометрические данные ребят серьезно, ну, повыше, чем у нас, конечно. И плюс приходили в вратарскую, и я как бы обращал внимание судьи, что мне не дают играть, но так не обращалось на это внимание, к сожалению. Но было тяжело, да. Ну, мы справились, как бы счет, в принципе, нас устраивает, скажем так. Ну, Батэ совершенно другая команда, мне кажется, она немного отличается даже манера игры. Здесь больше длинные передачи, расчет на какие-то длинные забросы, а Батэ больше играет в футбол, комбинирует, поэтому две разные игры. Ну, для нас они, в принципе, практически одинаково сложились. Может быть, с Батэ мы имели даже больше моментов, чем сегодня. Поэтому, ну, очко на выезде – это хороший результат «Шахтерам». Спасибо. Все. Вчера Котов… Душили.